советовал нарисовать и как играть «Восхищение Сфинкса». Пьесе Мендельсона «Песни гондольера» я представляю себе поющего гондольера. Он перевозит туристов в лодке по каналам Венеции. С лодки видны храмы, купола и дворцы. А в пьесе Грига «Листок из альбома» я представляю себе порыв ветра. Ветер подгоняет упавшие с дерева листочки, и они кружатся и танцуют. А потом ветер усиливается, начинается ураган. И они, и листики кружатся в бешеном дыме. Спасибо, Карина. Готовься к поступлению. Вас будет чем похлопать в конце, да? Да? Сможете? Хорошо. Карина, подожди секундочку. Я уберу.